Сотрудники «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза воплотили в жизнь заветные желания воспитанников интерната для коренных малочисленных народов Севера, а также ребятишек с ограниченными возможностями здоровья и детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Более 100 мальчишек и девчонок получили новогодние подарки, о которых писали в своих письмах Деду Морозу. Исполнять желание – добрая традиция нефтяников. Благотворительная акция прошла благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Мероприятие проводится на протяжении многих лет. В этом году нефтяники подарили радость исполнения мечты для ноябрьских ребят из Центра «Гармония» и юных воспитанников Муравленковского интерната для коренных малочисленных народов Севера. Я сказала планшет. Получила? Обрадовалась. Желания ребята загадывали самые разные. Планшеты, беспроводные наушники, мягкие игрушки, настольные игры, конструкторы, куклы, машинки и многое другое. Новогоднюю мечту каждого ребенка удалось исполнить. Естественно, у каждого ребенка есть желания в своей жизни. Все надеются на исполнение данных желаний. Тем более в преддверии Нового года. И очень приятно было, конечно, вот сейчас вручать эти подарки, которые они сами захотели. То есть небольшую часть мечты как бы мы воплотили в их жизнь.